Это что? Это вообще что? Когда я положил хранить, он был нормальным, этот аккумулятор. От моего первого телефона на андроиде Free IQ 4411. То есть вы хотите сказать, что даже от лежания аккумулятор вздувается? Ну-ну. Теперь уж точно пора завязывать с коллекционированием мобильных телефонов. Конечно, собирать мобильные телефоны довольно интересно для истории, но аккумулятор от моего первого телефона на андроиде доказывает обратное. А жаль. Теперь аккумулятора для него нет. Хотел сделать очередной выпуск с входящим звонком в 2022 году с этим же телефоном на андроиде. Мой первый телефон на андроиде. Но аккумулятора к нему больше нет. Если только костыли, не более. В топку.